состоялся в пятый раз. Ежегодная международная просветительская акция собирает любителей и знатоков истории, географии, этнографии и экологии. Самой масштабной площадкой для проверки знаний ежегодно становится Чувашский государственный университет. Именно здесь расположена штаб-квартира регионального отделения Русского географического общества, инициатора и организатора просветительской акции. Данный диктант – это такое интеллектуальное соревнование на всем желающим от мала до велика проверить свои знания, посостязаться вот в таком интеллектуальном творчестве. Тем более география – это такая интересная наука. Участники диктанта – люди самых разных возрастов и профессий. Всего с начала организации акции ее участниками стали почти 900 тысяч человек. Вот я учениками сюда пришел, например, да? Вот лучшие ученики мои пришли сюда. Мы очень рады, что вот такое мероприятие проводится ежегодно в Российской Федерации. Диктант поделен на две части. Первые 10 вопросов – так называемый географический ликбез. А вот для ответов на оставшиеся 30 вопросов придется применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Все задания составляются на двух языках – русском и английском. Все участники диктанта получили сертификаты. Результаты можно будет узнать уже 29 ноября на сайте. Богдана Дойникова, Юлия Дюкова, Республика.